С оружием нельзя. Придется его сдать. А почему? Просто сдай. Идем. Сюда. Ого. Давай, иначе тебя не пропустят. Осмотрись. Он где-то здесь. Рут, я... Ничего. Эй, Тор. Наверное, я пришел не вовремя. Если надо подождать, я подожду. Спешки нет, но... Так и знала, что ты здесь. Ты зачем пришла? Тебе здесь не место. Ты... Зачем ты ее привел? Что ты делаешь? Отдыхаю. Я сказал, спешки нет? В смысле, нам пора идти, да? А то нас ведь ждет всеотец. Тихо! Он прав. Вам пора идти. Не надо. Не учи отца. Пусть знают, бог грома умеет две вещи. Бить великанов и хлестать мед! А кто будет не согласен, получит Мьёльниром по роже. Я не могу. Ты сам не свой. Тор. Снаружи ждет Хугин. Прошу, пойдем. Я сказал, тихо, мальчик. Меня зовут... Что? Нет, я... Да бросьте! Нет, нет, честно, это не я! Ну, хватит! О, как же я скучал! Навык не пробьешь! Отстань от меня! Ты просто мерзко! Рут! Это оружие! Помочь! Останови! Много думаешь! Серьезно?
Хватай за руки, утащим его отсюда. О, здорово. Мне жаль, что ты видишь его таким. Ничего, все в порядке, правда. Слушай, я хоть и сильная, но ты тоже помогай. Тут идти всего ничего.